Ну, как вы понимаете, дальше все было еще хуже. Вот. События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. В Триллионе было именно так. Все было именно так. Зато как запутал. Да ну, я ж не заставляю вникать. Ну просто песня, да. Есть классное выражение. Хороших до хороших, а меня вот к вам прислали, да? Да. Ну, такая есть песня тоже тяжелая. Кто знает про самый такой героический подвиг Нолдоров. В Средиземье. В общем, есть такая тема. Семимарилова Голубкова отнимутся, да? Не. Боже, общем, ну, там один чувак другого спасал приколотого к скале. Ой, собственно, вы... Спас? Ну, почти. Бесконечная, безнадежная война. Царство страха и зловещих холодов, ледяных оков. Сердце стонет и терзается от ран. Нет спасенья, нет надежды, веры нет. Крик отчаянный, как бред. Эхо пропоет в ответ. Развечу оковы гуч, и я заревел весну. Рассветный луч. Отравляя сокровенные мечты, тьма повсюду, невозможно боль терпеть. Лучше умереть, чем тлеть. Лучше сладость звезд, чем плен. Thank you.
атмосфера там. Слова, да, атмосфера. Эти я дикие, я вообще не смотрю. А я на проход лодырь по с ним люблю. А пока там эльфы воевали, в Средиземье появились люди и приперлись. Что значит появились? А эльфы пробудились, они спали, мы вечно сну пробудились. Ну да, так и все и было. Откуда они пришли? Давайте не будем, это очень долго. Не, ну просто называется... Их создали в определенный момент, они просто пробудились. Это не «Властелине колец», а в какой книге? Это «Сильмариллион», это тоже Толкин, только это «Сильмариллион». Это происхождение мира, происхождение эльфов, людей, все, что было за 7 тысяч до «Властелина колец». Понятно. Короче, это Толкин поставил себе цель, поскольку американцы с полной народы, у них нет своей мифологии. Можно взять? Ну, вообще, для англичан писал, потому что он говорит, он англичан тоже не было своей мифологии. Ну, короче, решил сочинить мифологию. Да, да, и вот он ее хорошо так сочинил. Я вас вообще удивлю, я его «Тара» не смотрел. Анны Машу смотреть, синие чуваки пели. Это он тоже подумал. Не, ну так. А Владар Парсон тоже. Не, читать читал, смотреть не смотрел. Ну посмотрите, тоже интересно.